Поехали! Скорее, док! Потом остановимся! Сейчас узнаем. Давай тебе жвачку, а ты мне робота. Жвачка 5 пластинок. На 2 ты сможешь выменять машинку. У тебя останется 2 машинки. Одну ты отдашь мне. У тебя останется 1 машинка, 1 пластинка. А тебе я выменю робота на бластер. Эй, ребята! Пойди сюда. Какой год сейчас? За 2 жвачки скажу. Дай ему жвачку. -1987. Нифига себе. О, значит, работает. А звать-то тебя как, бизнесмен? Гена Баев. Гена? Баев? Ничего себе. Слушай, док, если твой космич так круто работает, давай смотаемся в будущее. Год так, 2050-й. Посмотрим, как там отпусти друг. Так. Нормально. Не заводится? Давай, док! Давай! Чего себе! Да, круто! Добрый день! Могу я вам чем-то помочь? Да мы так, посмотреть. Ознакомьтесь с нашей новой разработкой ZIPS 23-го поколения. Максимально возможная изоляция при минимальной толщине. Извините, а можно брошюрочку какую-нибудь? Спасибо. Ну, мы пойдем тогда. До свидания. Хотел только двигатель перебрать, а получилась машина времени. У меня идея. Давай ненадолго заедем в 98-й год. Чай, смотри, какая интересная хрень. Светится за ИПС 23. Угу. Но это мне вообще непонятно зачем. Мне кажется, это лишнее. Это вообще сложный элемент. Но идея сделать сэндвич очень неплохо. А давай сюда еще и узлы сделаем.